Всем привет, друзья! Это новое видео. Приехал на новый водоем. Как новый? Мы на нем начинали этот сезон. Оказалось, что вот там мелко, а глубина вон там. Достаточно. Вот парень на корабле, что я тут снимал, с ним познакомился. Западной Украины. Он тоже тут ловил. И вот я хочу сюда, на эту локацию. Накупил всякой фигни. Приехал уже на своем автомобиле. Взял себе поджопник. Ездить на рыбалку, там на здоровьем заниматься, на работу, но всем подряд. За очень достаточно адекватные деньги. Очень хотел белый цвет, я его купил. В общем, что, ставим родпод, две палки, попробуем докинуть до глубины. Там есть 3 метра. Но надо будет, наверное, отклипсоваться и закинуться максимально длинно. Все, вот такое вот побережье. Сейчас устанавливаем родподик максимально близко к траве. И попробуем поймать. Тут есть хороший сазан и крупный карась. Если ничего не будет, соберемся и поедем на наше бревенное озеро за каразем. А трава тоже цветет, вода тоже цветет, смотрите. Видите, вот что такое стоячее. Это говорит о том, что тут толстолоба нет. Тут амур, сазан есть. Не, амура нет, сазан есть. И карась. И очень много леща, подлеща, вот такой всякой фигни. Ну, в общем, пробуем. Такие красивые попапы. Это клубника, страмбери, по-моему, и ананас. Тут очень любят ананас. Вот такие. Еще кучу флагмановских. Сейчас буду еще заказывать разных размеров. Ну и прикормочка. Прикормочка именно по коропу. Будем пробовать. Крупная фракция. Надо что-то делать. Ну и мини-грузочки для того, чтобы лес всплывает, для того чтобы он не поднялся на всю высоту, где-то посерединке надо поставить грузочек маленький, для того чтобы он поднялся, вот так поднял крючочек чуть-чуть, вы поняли? В общем, будем пробовать. Сыпал прикормки вот такое ведро от Leon Fish. Сейчас намочу, не будет клевать. Собрался и поехал на карася, но я точно попробую здесь. В эту машину все можно повкидывать и поехать. Вот так разложился, в общем, погнал заниматься прикормкой. Кто-то интересуется, но не видно мелкий, потому что поклевок не происходит. Ну и там попапы крупные, то есть отсекаем мелочь. Ну а я тем временем сейчас все-таки не буду играться, а все-таки в следующий попап поставлю мелочи и боковую камеру поставлю. Первую забросил. Вот как-то не нравится мне, как стоит сигнализатор. Почему-то он завалился. Надо будет потом разбираться. Или надо сейчас перевернуть его в другую сторону. Поезда, которые, конечно, рядом, тоже не радуют. Но вот это мне не нравится. Сейчас надо повернуть. Снасть попапы поменьше, разных вкусов, и тоже бусинка проверил, чтобы стоял 2 сантиметра, 2-3 сантиметра над дном. А тут сейчас я на тут кидал, не проверил, сейчас буду перекидываться и проверять. Ну и сейчас это пойдет снасть. Пришлось все перевязать, все переделать. С Китая взял, не перепроверил, а тут 4 крючка, в общем, бред какой-то. Сделал так, как надо.
Никого там нет, ребята, если что. Отменяем панику. Раз кто-то дыбнул. Надо включать камеру, подключать, а то я, как всегда, опоздаю. Сейчас я быстренько. Подожди меня. Не спеши. Ребят, замерз, надоело. Сейчас пойду домой, переоденусь, переобуюсь, возьму другие микрофоны, другое настроение, выпью таблетку от головы и поеду, попробую на вечернее ночной клев на карася. В общем, продолжение следует. Пацаны, когда покупал машину, мне очень важно было, блин, чтобы высокий был клиренс, чтобы проехать по вот такой вот дороге. Посмотрите, там, где клюет карась, и такие перепады. Вы знаете, я доволен. Я взял Renault Fluence 10-го года, 1.6, бензин, чугунные блоки, гидрокомпенсаторы под установку газа. Но пока посмотрим расход, проезд. Ну, я проехал, все нормально, доезжаю уже. Резко темнеет, надо быстро закидываться. Там ребята на сазана, на лодке, вон кто-то джигует или что-нибудь. Вот моя стоит, ветер боковой, но хорошее должно быть место, ближе к острову. Надо включать, конечно, свет, потому что ничего не видно. В общем, спешу. Все заброшено. Опять оборвал одну оснастку, опять зацепился за этот, на катушке, за ограничитель. Все, ветерок, в общем, такая себе погода, ну посмотрим, будем кидать, бросать и будем пробовать. Уже сейчас закинулись, каждые 10 минут будет перекид. Ладно, все равно проверять надо. Есть он там, ребят, сидит. Есть первая рыбка. Есть, поехали. Или нет, сейчас проверим, но по-моему еще остался. Вот эта поклевочка, которую мы ждали. Не, наверное, нет. Но поклевка от Дайфидер хорошая. Тут надо крючочки поменять. Нету рыбки, но поклевка была шикардосная. Шикарная была поклевка. Да, и сбила одно пенотесто. Добавил прикормки, которая больше макухи, более темнее. Пахнет ванилькой, печеньем. И вот такие две баночки крупного пенотеста фирмы FPM. Чеснок и клубника. Made in you. Да, есть. Он там есть, ребят. Есть. Ух ты, какой хороший, ребят. Хороший. Не хочет выходить на поверхность. Выходит. Поднялся, должен быть. Так сопротивлялся. Куда он делся? Фрикцион подпустил. И что-то перестало я его чувствовать, ребят. Как такое может быть? Непонятно. Не, есть. Есть. Есть, ребята. Вау. Просто вау. Вот такой. Сейчас я вам покажу, ребятки. Охренеть! Лопаты. Гляньте какой. Ребят. А? Охренеть просто. Карась просто шикардосный. Тут пластик валяется на по берегу. Так, надо садок достать. Он сразу два крючка, зараза, сандалил. Такой жадный. Такой карась. Смотрите, раз крючок достаю, и он второй. Оба крючка у него во рту. Как он так? Карась, научи меня, как ты так? Я теперь достать не могу, два крючка сразу. Раз, достал, смотрите. И второй, без постановок. Вот это вот такой карась.
общем, ребятки, это грамм 700. Такой карась, конечно, хай клюет. Был или не был, непонятно. Или есть. Сейчас проверим. Левый хотел перекинуть. Не, больше думаю, что нет. Хотя поклевка была стопроцентная. Не, наверное, рыбы нет. Да, нет, пустота стая. Никого. Никого? Никого. Ничего, перекинемся сейчас. Вот это поклевка. Вот это поклевка. Вот это. Я долго ждал. Офигеть можно. Покажись. Покажись. Вон сосед вообще пошел купаться. Красавчик. Вон, смотрите. Сосед купается. Красавчик. А я тут рыбку карася тяну. Вот такого вот. Вот такого. Вау. Такой же размер, как предыдущий. Вот такой. Железный 500 грамм. Железный, ребят. Шикарный. Просто шикарен. Тихо. Тихо, тихо. Не порви мне руку. И опять два крючка. Смотрите, два крючка во рту. Как ты их собираешь? Такой голодный, что ты два сразу берешь. Непонятно. Но... Вот такой вот, ребята. Еще раз покажу вам. Вот такой карасевич. Вот моя рука. В общем, грамм 500. А, туда его. Туда его. Водичку. В садочек его. Вот так вот. Вот так вот. Сосед. Сосед, сосед, сосед. Я, наверное, им помешал. Ну, брать я не буду. Не в моих правилах чужие снасти трогать. Ну, ему виднее. Вон там женщина, может, уединился. Ребята, есть. 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 Была и ушла. А сосед поймал толстолобика. Или амурчика. Кого-то непонятного. Кого-то поймал. Ну, такого больше даже на голавлика похоже. Или толстолобика. Маленького. Да. У меня поклевка была, а рыбы нет. На сладкое. На сладкое. На сладкое. На сладкое. То будем сейчас что-то пробовать. Мне эти соседи кричащие достали. Ребята, честно говоря. Так, ребята. Все ловится. Надо только дальше экспериментировать с прикормками. Сейчас прикормки. Сейчас прикормочки поменяем. Сейчас пенотесто поменяем. Пораздыбнуло. Все. А, это ветер поменял. Начал играть на волнах так. Ветер поменялся сильный. Стал очередной раз перепад. Настроение ветра. Ветер, конечно, сегодня творит чудеса. То его не было. То опять сильный. О, он поднялся какой по верхушке, по деревьям. Это поклевка, да. Это на правая поклевка. Вот дал послушать море и сразу поклевочка. Есть. И он есть, там хороший карасевич. Главное, чтобы не спутался с той снастью, потому что они где-то там рядом. И сейчас мы
поменяю их местами. Правую поставил на левую, левую на правую. Но Карасевич есть. Хороший Карасевич. Здесь у нас был чеснок. Так что чеснок продолжает работать. Чесночное пенотесто продолжает выполнять свою функцию. Где Карасевич? Не вижу. Ага, вот он. И такой, такой в ролях вообще. Красавчик, ребят. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Вот такой, ребят. Как вам? Мне очень даже нравится. Надо сейчас его в садочек оформить. Иди сюда. Иди, мой хорошенький. Такой карась, конечно, за счастье. Честно. Ну, полкило, блин. Ну, просто кайфовый. И опять два крючка у него внутри. Как ты это делаешь? Как ты это собираешь все в себя? Зачем, самое главное? Непонятно. Так. Вот, ребята. И третий Карасевич идет в садок. Снасть готова. Будем забрасывать. А вось попадем куда надо. Ну что это было? Два раза дып-дып. Я же видел это. А поклевки полноценной нет. В общем, что-то происходит, что-то непонятное. Есть! Есть, ребята! Только я перекинул снасти и поклевка. Значит, просто надо чаще перекидываться. Ну что, он остался? Да. Вроде как остался Карасевич. Есть. Да. Нужно просто, оказывается, чаще перекидываться. Только перекинулся. На первых же минутах поклевочка. Да, а ну-ка. Покажи. Покажи. Да. Вот такой вот. А, плотвичка. Карась отошел. Подошла плотвичка. Вот такая. Плотвичка подошла. Ну кто я такой, чтобы сопротивляться? Плотвичка так плотвичка. Так, что мы перезакинем все назад. Только руки намочил. Так, что на мне сюда? Тут стояло. Поставил сладкое пенотесто. И сразу же сработка. Видите? Значит, чесночное не хотела, а клубничное очень даже зашло. Я хоть согрелся, ребят. Давай, 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 давай. Да, есть, есть, ребята. Есть, он есть. Я долго его ждал. Кто-то нам покажись. А я собирался уже уходить. О, кто-то хороший, сопротивляется. О, прям. Прям не хочет на берег. А ну, покажись. Покажись. Ветерок стух немножечко, и рыбка проклюнула, как мне показалось. Ну что, кто там у нас? Кто-то вышел на поверхность. Иди сюда. Ну, вау! Вау! Ребят, сейчас я покажу вам. Вот такой. Не знаю, видно ли вам. Ну, шикарен, шикарен. Такого мы, конечно же, положим в садочек. Тихо, 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 тихо. За нижнюю губу, все как положено. Вот такой красавчик, красавчик. И пошел он в садок. Садок уже весь в пене. Почему-то эта волна сюда бьет. Вот так вот. Есть, и сюда надо кирпичик положить. Вон. Никуда не уплыл. Вот так вот. Есть. Лучше придавите. Вот так вот. Все, ребятки. Еще один сазанчик. Сазанчик, карасик. Ну, карась, я же говорю, такой. 500-700 грамм. Просто шикардосный. Я такого карася обожаю.
10:30. Я уже почти сложился, почти все закончил. Осталось только кое-что довкидать в машину. В машине не хватает грузовиков, которые обязательно куплю. Обязательно куплю грузовики на эту машину. Почему европейцы ездят машины без грузовиков и передают такие в Украине? Надо обязательно ставить грузовики. В общем, машиной доволен, везде проехала. Рыбалка так себе, ну, под конце все расскажу. Есть вроде как. Вроде как есть. Сейчас проверим. А может быть и нет. Нет. Нет его тут. Хотя поклевка была 100%. Нет. Никого. Хотя поклевка была 100%. Вот так вот. Ну, ребят, рыбалка закончилась. Похвастаюсь. Типа похвастаюсь уловом. Типа похвастаюсь. Итого. Что мы имеем по факту? По факту мы имеем 4 карася. Не сильно видно, вот так лучше видно. И одна плотвичка. 2,5 килограмма. Ну и 2 схода. Вот и весь сегодняшний улов. Все, ребят, все, на этом все. Можно сказать, что фух, нарыбачился сегодня в волю. По сути, 2 рыбалки в одной. Поиски сазана, потом поиски карася. Но погода крутит. Даже карась не клевал, вы сами видели. Но свои 5 я отмучил. Такое себе. Трудовая. Именно трудовая, замученная, вымученная. Но все равно доволен. Все равно свою точку нашел. Все равно пробой пенотеста, подбором я нашел. Но и впечатление, конечно. Погода портится, осень. Одному, без компании. Но все впереди. Вот такие вот рыбалки осенние. Но все равно прокомментируйте, поставьте лайк. Завтра будет какое-то новое видео. Что-то монтирую, что-то выкладываю. Не так получается сейчас много видео в монтаже. Но выходить будет. Все, жду ваши комментарии, подписка, лайк, критики. Все, что как считаете нужно, так и есть. Всех обнимаю. Нет войне. И до встречи на рыбалке.